И всем привет, ребят, с вами Васька, сегодня мы с вами записываем новый видеоролик. Наконец-то я уже, блин, соскучился по вам. Сколько времени уже прошло, никак я что-то не мог сюда зайти поиграть. Целую неделю не играл, не заходил, но вчера вот маленечко зашел, поиграл, душу прям отвел, наигрался. Здесь за неделю столько всяких новостей, блин, оказывается. И опять они здесь корпуса что-то поулучшали, пушки, блин. Ну, не будем это затрагивать. Я думаю, вы уже за неделю все сами увидели. Я долго откладывал, блин, еще 2 недели назад, когда я выбил одно устройство на рикошет. Сейчас давайте посмотрим, как оно называется. Так-то я гоняю вот на этом, на Гелиусе. Но хотел вам показать вот этот вот пульсар. Ну, вот когда я его выбил, я поиграл на нем один день, как бы. Ну, как один день, там, часа два, наверное. Ну, блядь, шляпа полная мне показалась. И больше я как бы снял и больше не играл. Пульсар. Устройство, использующее новоспроизводимую технологию критическое попадание, генерирует квантовый вихрь, который вводит цель одновременно в несколько состояний, как правило, неприятных. Изобретатель технологии объявлен в международный розыск. Ну, то, что они вот написали, что он накладывает, надо было, конечно, здесь дописать им, что какие эффекты там он накладывает. Подавление, горение, снимает расходку. Ну, вот я на нем поиграл, когда... Что-то я даже не понял, как это устройство работает. Хоть здесь и написано, что... При критическом попадании, блин, ну, такое ощущение вот иной раз, вот стреляешь, 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 крита вообще нету, блин. Ну, и будем с вами, ребят, сегодня тестировать вот этот вот замечательный корпус, на который прибавили у нас урон. Это Crusader. Ну, и вот эту шляпу посмотрим, поиграем на дроне. Кризисе, давайте, вы еще знаете, что у нас... Скоро стартует битва там какая-то против ютуберов и этих разработчиков. Я вот хотел сегодня с вами, ну, как бы, посмотреть, что здесь за краски. Разработчики и ютуберы. Ну, так как я маленечко занимаюсь ютубером, как бы это мое любимое хобби. Я, конечно, без раздумий буду покупать за ютуберов. Если честно, я даже не знаю, кто там будет играть. Ну, разницы нет, как бы. У меня здесь только один вариант. Давайте сразу ее прикупим. Еще, кстати, здесь вот 14 дней преемки, 50 контов. Ну, как бы нормально. Сейчас заодно и оденем красочку. Посмотрим, как она будет смотреться. Так, она, наверное, у нас где? Вот здесь, наверное. Вот она, да. Ну, интересно, интересно. Интересно смотрится. А что написано? Ютуберы 2К22 особые. Ну, огонь. Будем надеяться, что кто там играет за ютуберов, выиграет. Так, ну и полетели. Что, смотреть? Может быть, за эти полторы недели, что меня не было в танках, может, что-то с этим рикошетом придумали, а может быть, его наоборот убили. Так что сейчас с вами все это увидим. Полетели в контроль точек. Что-то долго грузит. Ну,
Ох, ебать копать. Ну вот что за херня вечно мне в стадион? Давайте перепик. Это перепик. Сейчас маленечко подождем. А то сейчас нам опять туда же кинет. А, ребят, вот кто пишет мне, вот два или три человека, наверное, написали, что там, когда новые видео, это ролики. Ребят, я не забываю, я всегда при возможности записываю. Ну вот зимой, когда не сезон был такой, ну, сейчас я расскажу. Я больше занимался Ютубом, потому что я живу как в сельской местности, и зимой, ну как делать? Ну, нечего, лежишь на печке, короче, самогонку пьешь, блин. А сейчас лето, сейчас огороды, ну и работа. Я работаю по неделям, неделю работаю, неделю отдыхаю. Ну как отдыхаю? Неделю потом прихожу и приходится пахать. Уделять танкам сейчас очень мало времени. Так что я никогда не забываю, играю по вашему. Ну что, полетели? Посмотрим, что это за шляпа усатая. О, а что-то как-то по-другому здесь стало. Что-то как-то движуха какая-то не та, маленечко. Да, братан? Что-то как-то не то тут. И управление какое-то непонятное. Что-то как-то плавности, что ли, прибавили. Не понял. Ну ладно. Так. О, рикошетит. Нормально. Так. Давайте. Ну, вот у него короткий, очень короткий получается, да? 3, 4, 4. Готов. Раз, два, три, четыре. Нифига. Это больше, ребят, я не знаю, устройство для понтов, наверное, что ли, блин. Командная игра. Но вот один, ну, здесь, я не знаю, не так много. Вот, все, видите, прошло. Момент, короче, проходит. Буквально на какие-то доли-доли секунды это. В команде хорошо, я думаю, с таким устройством. Нападаешь там вдвоем-троем, наносишь. Ну-ка, разойдись. О. Чисто на донате, парень, смотрите. Вот это устройство, это самое дорогое устройство, что есть в танках. Я вот дороже этого устройства вообще не видел больше. Да, братан. My танки онлайн лайф. Да ладно, ты. Так, ну, надо противников, наверное, искать, ребят, да? О, кстати, оверка быстро ковится, смотрите. Надо вот толпу где-то. Давайте вот этого паре ему дадим. Так, ух ты. Отлично. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну и вот, видите, 10 пулек крита нету, блин. Как это работает? Устройство шляпа. Ну, блин, ну нет, не кайфовое. Вот мне оно сразу не понравилось. Ну не стоит она 8 тысяч, блин. Хоть она и с этим, конечно, давалась, как его, с кризисом и с броненосцем, но все равно, блин, больно дорогое, беспонтовое. Вот, кое-как дострелил. Вонючий мин. Готов. Ну, здесь еще кризис, ребят. 2, 3, 4, 5. На третьем. Вот смотрите, ну, кому-то на третьем даю, блин. Кому-то вообще не даю. Нажмешь свою вонючую оверку, нет? И что-то как с какой-то задержкой, что ли, блин, накладывается. Я тут. Обернитесь, товарищ. Так, ну что-то вообще неинтересно, конечно. Тихо, лаг, нет, не лаг.
Опа, отлично. Ой, проснулся, Макс. Дядя Макс, или как там, Де Макс. Ух, ничего себе наваливает. Так, ну какая-то плавность тут, да, ребят? Напишите в комментариях, есть какая-то плавность, изменение какое-то? Что-то кажется, маленечко по-другому тут это стало работать. Это все. 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ну так просто убили его. Ничего себе, ребята там. Так. Охота. Да с маководами. Так, что у нас здесь? Очень много смоководов. Генерал. Генерала нашего. Давай вперед. На амбразуру. Я даже не знаю, куда свою оверку потратить. Давай-ка, стопе, братан. Отлично. Разворот. 360 градусов. Никак я в тебя не попаду, родной. О, он еще и паркурист, блин. Ну, ты придумал, конечно. Стой, ладно. Нету кайфа, ребят. Ну, рикошет как рикошет, блин. Ну, накладывает он эти какие-то там свои шляпные эти. Так что, если увидите таких вот донатиков с таким устройством, не бойтесь. Ничего страшного нету. Просто уезжайте. Ну, быстрая победа, конечно. Что-то это. Давайте еще что-то сыграем. Ну, хотя на первом месте вот здесь вот парень тоже супер донатный был. Больше меня убил. Ну, что-то я даже не посмотрел, на чем он играл. Давайте еще разочек залетим. А то нету кайфа, да? Непонятно. Ну, красочка неплохо смотрится, да, ребят? Можно погонять теперь. Так, ну лишь бы не стадион. Блин, ну вот я вот это вот тоже не люблю, как бы. Сейчас здесь эти рельсы, блядь, затрахают. Любители вот эти вот. О, оверка. Опять этот громовержец. Громовержец, паркурист. Так, кого будем убивать? Это ушел. Блин, там шахт выцеливает, блин. Нафиг я сюда поехал. Ну ладно, давайте. Ну, не доставляет мне удовольствие. Скучное устройство, блин, я не знаю. Полчаса он это, блин. Вот Крит бы был бы по это, пошустрее бы, например. Там хотя бы с трех плюшек бы какой-нибудь. Интереснее, мне кажется, намного было бы играть. Ну, блин. Ой-ой-ой. Видите, все, я ему даже не могу урон толком накидать, блин. Долбишь, долбишь, долбишь. Долбим, долбим, долбим. Так, что тут, ребята, на нашего парня? Наезжайте. Ну-ка. Нифига, видите, васпика даже. Мочишь, 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 мочишь. Шляпа полная. И он, видите, даже туда не летит. Такой убогий. Урон, этот, дальность убогая у него. Так, ребята, вот вы не прижимали. Я понимаю, что вы, ребят, на в танке ездите. Ну, дистанцию-то держите маленечко. Ирак 4000. Не будем ждать толпу, блин. Вот, смотрите, ребят.
Кто кого? Блин, ну так нечестно, конечно. Быстренько. А у меня здесь, я не помню, что даже стоит. На Эми, кажется. Вот туда не долетит, да, он? Нифига не долетит. Ну, вообще короткий, жесть. Блин, все мои килы собрали. Ну, те же самые игроки играют. Вы чё, блин? Где? Одноглазый, блин. Вот этот меня добивает, вот этот урон нулевой, блин. Ну сделайте его 3 секунды, блин. Ну нафига так долго? Орех, если слышишь, видишь, блин, сделай убавь. Ну это вообще ужасная шляпа полная. Ни к чему это. Ребята, как быстро сваливают от меня. Опа. Догорай. Так, ладно. Блин. Конечно, вот вам плюшечку бы сюда бы зарядить, но я что-то не это неправильно сделал, заехал. Мне кажется, так все это медленно, что-то прям, блин. Ну что ты творишь? О, достреливал. Урон неплохой, ну, блин. Кто тут у нас? Урон достаточно прям такой. О, стойте, стойте, стойте. Блин, 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 блин. Так, нифига не получится, да? Вот мне гоняться за тобой вообще не в кайф. Ну-ка. Бля, как она так пролетела мимо. Вот еще сосулька, блин, что-то доработайте вы ее, что ли, чтобы она нормально летела. Давай, не нажимай, только смотри. Давай, я тебя убью. Отлично. Ух ты, вот видите, с первого раза крит дал. Как так работает, непонятно. Некоторые долбишь, вот видите, опять с первого раза дал. Парень офигел, конечно, и все, и умер. От шока болевого. Ну, ну сейчас как-то повеселее, смотрите, криты начал закидывать. Блин, там в упор меня тыкать. А этого нету. Долбишь, 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 долбишь. Блин, как работает, не знаю. Кого стреляешь? Меня, что ли? Так, ну у меня оверка. И, блин, опять никого не могу... толпу убить. Ну ладно. Никто не хочет кучковаться. Так, ну что-то говорят, эту арту там апнули. Ну что-то я так и не вижу, чтоб там она там. Вот он, блядь, стоит. Ну-ка иди сюда, Вася. Что ты тут прижил, блин? Блин, ну лаги, а. 21 век. А у нас все лаги.
Не знаю, ну мне не, вот если честно, мне не нравится это устройство. Не стоит она этого. Блин. Я бы, конечно, сделал бы ее бы, ну, чуть-чуть маленечко, половчей можно было, конечно. Чтоб критовала она получше, блин, как бы, ну, хотя бы там на третий выстрел, что ли. Куда вот сосулька у меня полетела? Ее даже не видать, блин. Она что-то сквозь. Сквозанула, блин. Блин, паркуристы. Ну вот, видите, долблю, 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 бесполезно, блин. Не жалко оверки, смотрите, на одного меня. Скажет, ага, на тебя, донатик вонючий, блин. Заполучи моего овера. Все. Включил жизнь свою, я его долбил, 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 кое-как задолбил. Такое себе. Еще что-то я не пойму, лагает вообще жесть, кругом лагает, блин. Вот, у меня кончилось. У меня кончился запас. Поджог остановил. Он сам себе этот дурачок убил. Вот крит был или что там? Ну, такое себе, конечно. Крит был, а это эффекта никакого не было почему-то. Вот опять, куда она пролетела, блин? Ну, как это работает? Две сосульки уже. Блин. Мимо. Нифига они не исправили, походу, бак этот с сосульками. Все так же шляпа, да, ребят? Напишите. Бак или что это? Ну быстро, вообще быстро. Хоть чуть-чуть бы подольше бы было бы. Это вообще, ребята, ну как бы это. Быстро это, как сказать. Очухаются. Ну все, видите. Бесполезно. Слабое устройство, очень слабое. Сосульку, конечно, они хорошо, что усилили. Но, блин, вот этот баг с этой фигней, блин, что она пролетает все равно мимо, блин. Не в цель. Это, конечно, надо ее делать, заделывать. Ну и лаги, лаги, опять же, лаги, блин. Что за. Вот на седьмой пульке, блин, защиты у парня нет от меня. Ой. Ну, урон, смотрите, ребят, такой достаточно хороший, ну, блин, я убить не могу почему-то. У меня такое ощущение, как будто это, ну, недоделанное, что ли, устройство. Ну, вон, хоть попал. Хоть ребят спас. От чумового овера.
Сейчас посмотрим еще, чем мы здесь займем с вами. Ну, такое я как бы не лечу никуда, просто как еду потихонечку, бомблю, можно сказать, из палева. Без инициативы такой, можно сказать, на расслабоне. Вот чуть-чуть бы подальше бы стрелял бы, а? Ну, что это за детский этот? Кританешь, не кританешь. На гиперионах, смотрю, много ребят играют. Что, имба? Гиперион. Он, мне кажется, больше, чем кризис. Хавает, нет? Ой-ой-ой, сейчас же поставить мину. Куда же ты поджимаешь-то, блин? Вот полупокеры играют же такие, блин. Так, ну, кстати, очень быстрая оверка копится. Шахта-то не замучил выцелить. Вообще видели, как-то сквозь пролетело, блин, непонятно. Принцип ее работы, блин. А вот ты тут долбишь, не знаю. Так, ну чё, Красная Армия всех сильнее, что ли? Опять мы тут нагибаем. Ну вот, видите, не могу крита вообще дать. Шафт меня хлопнул. Ну что, подводим итоги, что мы тут заработали. Ну опять же, на первом месте, чуть побольше мы на с вами наколошматили. Ну я не скажу, что это, ребят, устройство прям имба, имбуча. Нет, шляпа полная. Может быть хорошо, если вы играете там, ну, у вас три, например, рикошета. С этим устройством, может быть, там, наверное, имба будет там. Что мы тут сделали? Ну, а так, ну, не знаю. Мне не понравилось, если честно. Золотое устройство, а толков ноль. Вот. Давайте еще посмотрим по челленджу. Стартовал у нас новый челлендж. Майский, второй. Так, а у меня что, таинственного вот этого красного нету, оказывается, на пулемет, что ли? Ну, в этот раз... что у нас тут? Электропушка. Призы, конечно, ну, шляпа. Шляпа полная. Я даже в этот раз его и не буду покупать. Потому что, ну, что-то вообще, за чего купить? Из-за вот этих пулек красных? Ну, не знаю. По контейнерам 150 у нас уже, пока не подкопим. Ну, на сегодня все, ребят. Спасибо, что дождались, наконец-то. Я сам уже прям просто соскучился, уже по танкам соскучился. По игре. Дай бог время будет, еще с вами что-нибудь запишем. Ну а на сегодня все. Всем хорошего рабочего настроения. Держитесь. Всем пока.